находимся с вами на центральной площади города Оулу и стоим около памятника полицейскому. Этот полицейский действительно такой вот толстый Пепка, как мы называем его. Почему толстый? Да потому что видно, что он толстый. А почему Пепка? Потому что это распространенное финское имя. Так вот, с 34 по 79 годы здесь, на рыночной площади, были три полицейские, которые следили за порядком. Мы любим подержаться за указательный палец правой руки, потому что хотим, чтобы полиция города Оулу была к нам снисходительна. А если я подержусь за указательный палец левой руки, то тогда вся полиция Финляндии будет снисходительна. Этот памятник из бронзы, и его поставили в 1987 году, потому что с 1985 года были выпущены в продаже мини-памятники в качестве пирожных, потом открыток, потому что деньги собирали все жители нашего города. Город Оулу считается городом звездных мальчиков. Еще в 16 веке появились мальчики-студенты, которые рассказывали о рождении Христа и показывали небольшие такие пьески. Они тем самым собирали себе деньги на свечи, потому что в то время еще не было электричества. Этот памятник у нас появился только в прошлом году. Кафе Катриантели существует уже более 100 лет. Ведь более 100 лет назад сама Катриантели приехала в город Оулу с одним мешком муки и стала выпекать разные булочки у себя дома и продавать на торговой площади. И вот это вот знаменитое пирожное, яблочное пирожное с ванильным кремом очень вкусное. И ради этого стоит приехать в Оулу. Памятник течения времени. Скульптор Санна Коивисто. Когда городу исполнилось 400 лет, вот этот памятник был подарен торговой палатой города Оулу. Эти все 32 скульптуры – это как открытая книга истории города Оулу, одно из любимейших мест наших жителей. Начинает эту кавалькаду скульптура Карла IX. Почему именно он? Да потому что, по его указу, в устье реки Оулу-Йоки на стыке Ботнического залива в 1605 году был основан город Оулу. Город Оулу считался смоляным городом, и неспроста. Смолу жгли по берегам реки Оулу-Йоки. Вот в таких бочках привозили смолу в наш штапельный город Оулу и переправляли ее уже по всему миру. Вот эта профессия кататель смоляных бочек была самая низкооплачиваемая, и ей занимались даже женщины. От смолы к высоким технологиям. Наш город Оулу славится своим университетом, одним из шести крупнейших университетов Финляндии. Заканчивают кавалькаду вот этот маленький мальчик, который сидит здесь. При открытии памятника одна девочка из детского сада сказала: «Ой, а это же Марты». Ее спросили, почему. Она говорит: «Да он похож на моего друга из детского сада». Ну, конечно же, этот мальчик имеет символическое значение. Обратите внимание, начинает кавалькаду Карл IX, который основал наш город, и заканчивается вот этой фигурой мальчика, потому что от нас с вами зависит, какой будет город в будущем.